Sei tu, Don Bia? И соперник. Это шанс. В воротах мяч. В воротах. Гол будет засчитан. Этот гол выводит их вперед и дает надежду очень хорошо в таблице встать. Но для уверенности неплохо было бы забить еще. Жесткая борьба за мяч продолжается. Вернблум. Щенников. Загоев. Очень-очень прилично. Загоев. Опа! Вот это гол в собственные ворота. Ой, вот как так можно, а? Хотел спасти свою команду, и что? Все наоборот. Опасение, что команде от подобного кикса уже не отправится. Опа. Тошич. Своевременный перехват. Можно перевести дух. Майкон. Вернблум. Что-то затевается, что-то может здесь получиться. Положение вне игры. Какая вкусная могла быть атака, какой момент опасный, но положение вне игры. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Тошич. Думбия. На перерыв уходят команды. 1-1 пока. Ничья после первого тайма. И отметим, что оба мяча формально были забиты игроками одной команды. Потому что один из этих мячей называется автогол. Судья дает свисток, и начинается второй тайм. Щенников. Расмусель. Боковой махнул, главный свистнул. Положение вне игры. Майкон. Пол.
А вот тут может получиться очень интересно. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении мяч, но улетел куда улетел, за пределы поля. Даже если обострения не будет, подобный пас всегда добавляет куража. И делает передачу с фланга в штрафную площадь. Возвращает мяч партнеру. Алан Загоев. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Да, только что благодаря вратарю счет остался ничейным. Поднят планкового арбитра. Положение вне игры. Я не думаю, что у арбитра здесь есть повод придраться. Все по правилам, все чисто, все красиво. Расмусель. И хорошая передача пяткой. Неплохая передача. Хороший был момент. И могла команда выйти вперед. Но на табло ничья. Ну что, идет второй тайм, ничья, замены. Посмотрим, как эти замены изменят игру. Вернблон. Еременко. Позицию грамотно выбрал и в борьбе поучаствовал. Внешне все только смотрится очень легко. Какой прошел хороший пас. Нотти. Великолепной передачей. Удар! А вот она и качнулась, чаша весов. Это гол. Есть возможность нас посмотреть на этот гол с другого ракурса. Рома выходит вперед с этим результативным ударом. Еременко. Вернблон. И обратно. Положение вне игры. Пол. Даниэле де Росси. И посмотрите, обходит игрок защитника. Это шанс. Вратарь. С угла своей вратарской площади выполнит этот удар. Кол. Готти.
Поработал тренер явно над подстановкой командной игры. Да, все четко. И по силе, и по длине, и по стратегии. И правым флангом можно атаку продолжить. Вот-вот уже раздастся финальный свисток. Ничего, кроме унижения, он не принесет игрокам этой команды. И все это написано на лицах футболистов. Да не только на лицах, а вот на табло-то оно очевиднее всего. Ну и вариант отыграться с помощью того, у кого силы вагон. Это всегда лотерея, но это не касается каждого отдельно взятого удара. В этом эпизоде просто повезло игроку атакующей команды. Уверенно он подошел к мячу, очень хорошо пробил. Вратарю оставалось только мяч из сетки вытащить. Еременко. Думбия. Все, офсайд зафиксировал линейный. Думбия. Очень органичная атака, еще одна передача. Ну и вот Думб. Ну же! И не смотреть на табло, немедленно лететь вперед и отбивать еще один мяч, потому что можно спасти игру, хотя казалось недавно, что это уже нереально. А вот самое трудное это отыграть как раз этот последний мяч. Думбия. Хорошо бы кто-то поддержал, потому что одному здесь очень трудно продолжить. Защитникам и отскакивает. Похоже, его передышка была. Опасно! Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. По-моему, никому сегодня не удалось еще этого игрока пройти после перерыва. Шутя просто на дриблинге проходит соперника. Счет 3-2. Сам счет свидетельствует о том, что игра получилась. Нас с вами ждет теперь следующий раунд турнира. Как бы нам не было горько, как нам не было жалко бы проигравшего сегодня, о нем уже в этом розыгрыше придется забыть. Но зато вперед проходят сильнейшие, которые своим участием гарантируют нам не менее яркую игру в следующих кругах турнира.